нас сьогодні завітала волонтер інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» Едуарда Федюкова. Вітаємо вас! Добре утро! Поговоримо перш за все про те, як створилась Незалежність Сполучених Штатів Америки та про історію цього свята. Конечно, Соединенные Штаты Америки сегодня празднуют 246-й день рождения. Так, 1776 года приняли декларацию о независимости Соединенных Штатов Америки. Создал декларацию Томас Джефферсон. И интересно, что 2 июля проголосовали за День независимости, а 4-го приняли. И люди до сих пор спорят, какого же числа праздновать День независимости. Так, 4 июля также приняли флаг Америки, который изначально составлял 13 звезд к каждой колонии, которая составляла, и ленты, 7 красных лент и 6 белых лент. Каждая лента до сих пор представляет каждую из 13 колоний Соединенных Штатов Америки. А зірочок стало набагато більше. Так, 50. Що ж, сьогодні ми будемо говорити про святкування Дня Незалежності у Сполучених Штатах Америки. Які ж традиції святкування у американців? Большинство американцев, они религиозные, и начинают они свое утро с церкви. Они приходят в церковь, молятся за независимость своей страны и говорят клятву американскому флагу. Хотілося б зараз, разом з вами, зараз дізнатися про клятву американському прапору, які традиції проголошення цієї клятви, і, можливо, навіть сьогодні спробувати в прямому ефірі поклястися американському прапору. Так. Так как мы уже сказали, флаг состоит из 50 звезд, которые представляют 50 штатов. И когда американец говорит клятву, он ложит руку на сердце и говорит: «I pledge the allegiance to the flag of the United States and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with justice for all». Що ж, дорогі наші телеглядачі, поклялися ми американському прапору. Хотілося б тепер зробити переклад для наших телеглядачів, що це означає. Эта клятва означает, что страна, она свободная, все с равными правами для всех граждан. И американцы очень ценят свою свободу, и поэтому эта клятва особенно ценна для них. Що ж, сьогодні разом з вами ми будемо не тільки святкувати День Незалежності у нашій студії, а й будемо готувати наші озері, нашу студію до святкування. Будемо робити традиційні помпони. Конечно. Давайте все-таки поговорим, как празднуют. Для начала я хотела бы поговорить, как празднуют, потому что все улицы усеяны тремя цветами, которые представляют Соединенные Штаты Америки. Красный, белый, голубой. Если вы пойдете в магазины, в рестораны, вы увидите, что все усеяно этими тремя цветами. Поэтому я хотела принести декор, который вешают на стену в каждом доме. Он есть, и сегодня мы научимся, как же его делать. Святкувати День Незалежності, американці люблять помпезно, вони полюбляють фейерверки, традиційні святкування і також прикрашають у своїй традиційній символіці. Що ж, дорогі наші телеглядачі, для того, щоб створити також і вам традиційну американську символіку сьогодні, що нам знадобиться? Так, я предварительно порезала кусочек салфетки, лучше взять поплотнее, чтобы вам ваш помпочек длился дольше. Всего нам нужно 6 квадратиков. У нас немного больше получилось, но ничего. Ми маємо квадратики червоно-білого кольору у білий горошок червоний та синій у білий горошок. Кстати, эту идею можно присвоить на День независимости Украины, так как можно сделать двухцветовой помпон – голубой и желтый. Готуємося, починаючи з Дня Незалежності Сполучених Штатів Америки, до Дня Незалежності нашої улюбленої держави України. Так. Що ми робимо з серветочками? Выкладываем одна на другую. Сначала я вылаживаю красную салфетку. Сверху на нее я ложу голубую. Так как у меня нет двухсторонняя салфетка, я предпочитаю их ложить так, чтобы они с двух сторон меняли цвет. Дальше просто меняем цвета. Голубой, красный. Чергуем их. Так, чергуем. Кладаємо червоний, синій, так, червоний. Все. А один червоний ще. Так.
Складываем. І делаємо гармошечку. Угу. Наскільки широка має бути полосочка у нашої гармошки? 2 сантиметри буде достатньо. Угу. Вот. Чим толще, чим більше у вас, тим пишніше у вас вийде сам помпон. Эдуарда, а ось які страви полюбляють американці на День Незалежності? Є якась традиційна страва, яку вони вживають? Так как День Независимости – это федеральный праздник, многие американцы имеют, у них есть выходной. Mm-hmm. И они любят ехать на барбекю со своей семьей, так как это один из немногих праздников, mm-hmm. когда у них есть все-таки этот желаемый выходной, и они обычно едут в другой штат с семьей на барбекю, на пикники, и... Конечно, їдять гамбургери, хот-доги. І я думаю, у поїздках на свіже повітря, на барбекю, у цьому ми чимось схожі з американцями. Так. Також на державні свята, коли маємо вихідні, ми вирушаємо на природу, святкуємо усією сім'єю, також шашлички, барбекю. Полюбляємо ми відпочивати так само, як і американці. Так, далі я вирізаю під углом. Чтобы угу. У нас получился такой уголочек, чтобы у нас острый была помпон, был помпон острый. Робимо. Вот. Острый куточек. С двух сторон острый куточек. Еще один. Зараз вышла двусторонняя стрелочка такая. Стрелочка у нас такая красивая получилась. С одной стороны голубая, а с другой стороны красная. Вот, а потом веером раскладываем. Вот у нас угу. такой веер получился. И с двух сторон раскладываем и расправляем. Расправлять, я розумію, необхідно обережно, щоб да, нічого щоб не пошкодити. Порвать, да. Ви вже пускайте свою фантазію. Пускайте свою фантазію в ход. Экспериментируйте, как вы хотите, чтобы она у вас была пышнее, менее пышная. Угу. То есть расправляем так, как нам подобается. Конечно. А еще до святкування у нашем месте ваш информационный центр «Вікно в Америку» готовит какое-то святкування сегодня, и чи можуть приєднатися угу. до цього святкування наші телеглядачі? Идея создать праздник Дня независимости США пришла к нам не так давно. Мы совместно с координатором Ларисой Сидоренко и работником Анастасией Мельченко сели и сказали. Вот, мы чувствуем эти эмоции, которые получают американцы, мы следим за новостями, так как они начинают готовиться еще за 2 месяца и делают рекламу, бизнесы начинают приглашать людей на празднование и... начинают праздновать даже еще 1 июля, потому что знают, что многие люди будут заняты 4 июля и не придут на празднование. Я думаю, что подготовка заздалегідь навіть нам така належить, тому що до Дня Незалежності навіть ранкова програма «Новий день» вже починають готуватись, мабуть, ще з весни. Так. І ми вирішили зробити мероприятие, яке передаст наши эмоции нашим жителям Николаева. И мы придумали костюмированную вечеринку. У нас будет Элвис Пресли, Мерлин Монро и многие другие. Я думаю, что это цікаво. Да. Це якийсь дрес-код буде, чи людина, у якої не буде костюму під якусь відому зірку, зможе одягтись, можливо, у символіці американського прапору. Так, вы, кстати, угадали мой костюм. Я буду в костюме американского флага. Вот. Да, конечно, мы принимаем всех, мы рады встретить всех. Даже если вы ни разу не были в нашем центре, я вам советую сегодня прийти, так как этот праздник, он особенный для меня, особенный для посетителей этого центра, и вот все мы пытаемся передать все наши эмоции, мы попытаемся сделать, чтобы всем было весело. У нас будут фотографии, будут викторина с интересными вопросами и призами. А ось щодо вікторини, на якій мові буде проходити вікторина? І ось люди, у яких не сильна англійська мова, чи можуть вони прийти до вас і, можливо, разом з вами навчитися чомусь новому на цьому святкуванні? І чи не будуть вони себе відчувати досить так посередньо, що вони одні і з ними ніхто не спілкується?
За что я люблю Новую Америку? Это за то, что мы никогда не судим человека за уровень английского языка. Мы наоборот, мы очень рады встретить людей, которые все-таки решили выйти из комфортной зоны и начать учить английский язык. И поэтому мы особенно рады тем людям, которые приходят в первый раз и начинают учить английский вместе с нами. У нас будет две команды, так как я люблю работу в команде, потому что будет лидер, который будет помогать людям, которые знают ответы на вопросы, и также людям, которые не так сильны в английском языке. И придя на нашу викторину, вы можете также получить английский язык и узнать немного о культуре США, так как у нас будут действительно сложные вопросы, но они очень интересны. Що ж, у вас буде вікторина, у вас буде костюмована вечірка, буде фотосесія святкова. Що ще готуєте для ваших гостей? Приємні і вкусні американські блюда. Тобто буде ще й не тільки цікаво, буде ще й дуже смачно. Да, наше мероприятие проспонсировано посольством США. І посольство США нас особливо підтримує, особливо програма Flex, і вони нам допомагають в созданні цього мероприятия. А от справжні американці будуть на святі? Конечно, как же американский праздник без американцев? Мы специально пригласили всех, потому что мы особенно хотим отдать должное нашим американцам, которые живут в Николаеве, поддерживают, представляют эту культуру, и мы хотим показать, что мы их любим, мы всегда ждем. Показать поддержку украинцев там, николаевцев. Да. Стільки поговорили про це свято, тепер варто сказати нашим телеглядачам, куди і о котрій годині їм варто сьогодні завітати, щоб приєднатися до свята у вашому інформаційному центрі. Так, якщо ви хочете узнати, яка була перша столиця Сполучених Штатів Америки, або яке саме потребляне блюдо американців, приходите к нам в окно в Америку в 5 часов сьогодні по вулиці Московська, 9. Едуарда, ми з вами поспілкувалися про День Незалежності у Сполучених Штатах Америки, зробили вже наш помпон, який хочемо продемонструвати нашим телеглядачам. І що ж хочеться сказати, чи є якесь традиційне вітання з Днем Незалежності, яким ми можемо сьогодні привітати усіх миколаївців та усіх, хто дивиться зараз телеканал «Миколаїв»? Звісно, коли американці друг друга зустрічають в цей день, вони говорять «Happy 4th of July». Інтересно, що 4th of July переводиться 4 июля. Когда вы подходите к американцам и спрашиваете, что вы делаете 4 июля, или как вы собираетесь праздновать, или с 4 июля, они сразу поймут, что это День независимости, так как это уже второе название Дня независимости. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Вітаємо інформаційний центр «Вікно в Америку» з Днем Незалежності Сполучених Штатів Америки. Бажаємо гарного святкування. Думаємо, що гості нададуть вам запалу позитиву.